Сложные трюки, полетная акробатика, синхронные движения. И это лишь эффектная, но все-таки верхушка айсберга под названием «Акробатический рок-н-ролл», что и показали участники чемпионата и первенства Уральского федерального округа. Ну, женский коллектив, конечно, сложный, но мы уживаемся, потому что мы как одна семья. У нас тренеры, вообще девочки, мы реально одна семья. Мы друг друга любим и ценим, мы поддерживаемся друг друга. И мальчики у нас, хоть их и немного, но мы также за них и их всегда защищаем, чтобы они не ушли. С девочками хорошо ладим. Все. Подруга-то есть здесь? Со всеми общаюсь, приходится. Очень сложные трюки, полетная акробатика, синхронность формейшенов, большой темп музыки, под 48 ударов все танцуют. И, конечно, это зрелищность, очень ярко. Именно сплоченность помогла тюменским рок-н-ролльщикам в соперничестве с командами из Свердловской, Челябинской области и Югры стать первыми в четырех видах программы чемпионата.